Попугайчик отцвел. На кончике остался бутончик. Да чего же он яркий, когда цветок только-только распустился. И потом имеет свойство попугайчик блекнуть. Единственный его недостаток. А так, красавчик. Так, девчонки, кто спрашивал, сейчас скажу, пахнет или нет попугай. Он у меня стоит на солнышке уже, я его переставила. Сейчас. Запах легкий есть. 100%. Пахнет пыльцой и лимонным таким запахом. Так что запах есть. Напоминаю, он у меня стоял, когда на северной стороне, там солнышка нет. Он перестал пахнуть. А вот цветочек на солнышке, да, у меня тут рассеянное солнце, если вы помните. Рассеянное солнышко – это причиненное южное окно. Он пахнет. Вот такое вот чудо. Попугайчик в этот раз распустился. Основные цветы, которые у него тут были, они были как бы попроще. А вот этот цветочек прям с такими ажурными краями и пахнет. Вот я его уже переставила с окна на полочку, и он уже менее пахнет. Вот что значит для орхидей освещение и солнышко. Да. И что выдал мой попугай? Еще один цветонос. Вот так. Не мой попугай, а Алинкин попугай. Выдал еще один цветонос. Какие все-таки разные цветочки, да? Какой ажурный краешек. Такой огромный цветок. Намного-намного больше. Как сингал. Это получается, он перецвел, дорастил бутон, и вот такой вот огромный цветок, совершенно не похожий на предыдущие цветки. И опять же доращивает бутончик. Не может угомониться, и цветонос есть. Ты б лучше б так деток расти. Ну и цвел, конечно, тоже цветение радует. Букет шикарный. Люблю очень пионы, очень люблю пионы. У моей мамы и розовые, и белые, и такие вот. У нее насажена аллея пионов. Это смотрится очень красиво. Особенно, когда она перемешала белые и розовые. У нее так чередуется белый пион, розовый пион, белый, розовый. И эта аллея зацветает одновременно. Эта картина невероятная. Thank you.